Даже ранней весной на вашем столе всегда может быть пряная ароматная зелень. Ее легко можно размножить черенками в домашних условиях. Купите в магазине вот такие горшочки или лоточки со свежей зеленью. Базиликом, мятой, тимьяном и розмарином. Делаем из веточек черенки. Оставляем на каждом по две почки. Верхнюю с листиками и нижнюю, откуда появятся корни. Обрабатываем нижний срез стимулятором корнеобразования и втыкаем черенки в землю под углом 45 градусов. Это нужно для того, чтобы развивались корни. А если поставить черенки прямо, то будут расти листья. Опрыскиваем черенки стимулятором роста. Накрываем прозрачной крышкой и ставим на самое светлое окно. Через 1-2 недели на побегах появятся корни. Таким образом, вы сможете регулярно собирать урожай пряной зелени у себя на подоконнике.